Всем привет, меня зовут Владислав Туйнов, мне 23 года, я мастер спорта международного класса по кикбоксингу. На профессиональном ринге провел 47 боев, в 42 одержал победу, в 13 из них одержал победу нокаутом. Я дрался в лучших организациях мира, W5, Glory, Conlon Fight. Показывал там красивые поединки и настоящее шоу. В топ-дох я пришел, чтобы показать, что такое мастерство и показать уровень кикбоксинга. Приветствую всех, меня зовут Махмуд Мусалов, представляю компанию Nunam Promotion. У меня третий бой, увидимся в ринге. Пожали руки. Добро пожаловать, топ-дог. Покажите красивый зрелищный поединок. Локтями бить запрещено, бэкфист запрещен, броски скрутки запрещены. Удачи, мужчины. Судья готов? Судья готов? Судья готов? Судья готов? Первый раунд, тайм! Файт! Вот так, молодец. Руки на месте. Сам прижиму махну. Стоп! Выше голову. Хватит! Правый сбоку. Стоп! Разошлись! Готовка, босс! Да вот у меня, блин, вот он где. Все нормально. Back.
Выше голову. Файт! Спасибо, что вы здесь, вы рядом, мамуль, папуль, Саш, люблю вас. А теперь давайте объявим победителя. Он этого заслужил. Наш яркий дебютант Владислав Туйнов. Действительно орловский бриллиант.